Березина Анна Васильевна пригласила быть наблюдательным. Я приехала туда. Потом это было 8 часов, начался 9 час. Какой участок? 21:20. Но когда начал зарегистрировать и обозначилось, что вроде цифры не те, вроде как я не там, я объяснила, что я сейчас позвоню, и мне выпишут другой или там поправят. Она потом, председатель, объявляет: все присутствующие, вот, которые будут регистрировать, все повернитесь ко мне лицом. Они все повернулись к мне лицом, а я же, ведь и это заместитель, или как она, председатель этой комиссии, она с папочкой вот так вот, и как жандарм ходит. Я пошла следом за ней. Урны почему-то, их опечатали, их откатили к выходу, прям к выходу, совсем к другим дверям. Она подошла к ним, а я иду за ней следом. Она эту папочку так и в урну и кинула эти. Я ей говорю: зачем вы, урна запломбированная, народ еще не пришел, а вы это бросили, зачем? И сразу же она объявляет всем, собирает, как сказать, что меня нужно вытворить. И вытворила меня, и говорит: двери закрывайте, даже двери закройте, на улицу вытворила. Я там была 2,5 часа, замерзла. Привезли уже этот листок, я уже туда пришла, я замерзла, меня накормили. Вот. Но дело-то в том, что еще мужчина там подошел, одной этой самой наблюдателю, не, да, муж тоже самое видела с ЛДПР, тоже видела, мужчина бросил. Но нам всем рот закрыли, и хоп, она позвонила этому Кириллу с ЛДПР, он приехал, и вот это вот самое, начала рвать лист, который, видимо, она бросила, эти листы. Мы ей не, говорю, я говорю: дайте альбом. Она: это альбом мой лишний, я его не дам. А я ей говорю, она порвала на 4 части. Эти листы положили в кулёх, опечатали, и потом дальше куда их, я не знаю. Потом мы сидим уже, и люди идут, регистрируются. И этот пришел, там старший лейтенант какой-то был, он стал этого Кирилла: не снимай. И стал его прижимать, ведь, ну как бы сказать, там начал-то его тасовать. Он говорит: меня оттуда не видно, и опять снимает. Утро они снова переделывали, их не принимали, эти все бюллетени, что опять неправильно. И до 7 утра, я в 7 утра уехала, а они еще там все оставались. Угу. Это выборы. Эта Маша, которая была с ЛДПР, позвонила этому Кириллу. Она плакала и говорит: что? Сколько там лет, я не знаю. Насмотрелась вот на такой вот бардак. Все, я 2,5 часа пробыла на улице, я так замерзла. Я так возмущена была, что своими глазами вижу вот это вот хаос. А потом узнаю, что там другие номера были даже, не этого участка. Там были еще много. Когда стали урну первую вытаскивать, она подошла, эта же зам, и начала с урны вот так вот выгребать прям и раструшивать. Не стали ей давать. Потом приехал Копачев, это от ЛДПР главный, Александра. И говорит: не трогайте, не трогайте. Там целый, вызвали следственный комитет, вызвали милицию, вызвали прокуратуру. А я ей говорю: вот полковник или полковник милиции, это что, закономерно вот этот вот, такой вот этот выбор? А он говорит: мне лишь бы не подрались тут, остальное ерунда. На этом все.